Всех приветствую, продолжаем знакомиться с творчеством художников. Алан Одл. Алан Элтсон Одл, который родился в 1888 году, был английским иллюстратором, которого сегодня помнят как мужа английской романистки Дороти Ричардсон, на которой он женился в 1917 году. Его гротескный и подрывной стиль был предшественником сюрреализма. Он иллюстрировал различные издания. Одл был явно богемной фигурой и принадлежал к художественному кругу, в который входили Огастес Джон, Джекоб Эпштейн и Уиндом Льюис. Когда он женился на Дороти Ричардсон, у него был туберкулез и алкоголизм, и предполагалось, что он долго не проживет. Тем не менее, он бросил пить и дожил до 1948 года. Данные я беру из переводной Википедии, их немного. Одл был очень худым, ростом более 6 футов, с волосами до пояса, обрамляющими голову снаружи, которую он никогда не стриг. Он также редко стриг ногти. С 1917 по 1939 год пара проводила зиму в Корнуолле, а лето в Лондоне, а затем постоянно оставалась в Корнуолле до смерти Одла в 1948 году. Ричардсон много лет содержала себя и своего мужа, работая внештатно для периодических изданий, поскольку Алан зарабатывал мало денег на своем искусстве. Братом Алана Одла был Эдвин Винсент Одл, автор второстепенного классического научного фантастического романа «Заводной человек». А Одл был другом и корреспондентом писателя Клода Хоутона. Вот такие небольшие данные о английском иллюстраторе, который сегодня помнит как мужа английской романистки Дороти Ричардсон, Алан Элтсон Одл. Данные из Википедии. Пока-пока, до свидания. Смотрим работу.